Вот так выясняют отношения два утака. Крылья. Все идет в ход. Они сделают друг другу, ничего не сделают. Крови, по крайней мере, не будет. А отношения... Айдарушки, так мозги выскакивают. Отношения выяснить должны. Ведь они не щиплют, они просто прижимают шеями. Все, угомонились? Мир, дружба, жвачка? Просили показать семейство алабашек моих. Батенька, эй, а что ты отвернулся-то? Джонушка, тебе еду дали, ему покушать дали. Да, мальчик мой, тебе покушать дали. Ой, еще один отношения выяснять. Да уже хватит, наверное. А, утяти? Ой, вы говорливые мои, господи. Ой, сколько слов-то. Матом кроешь их или как? Как интересно за ними, за всеми наблюдать. Ну что, ты победил, голову на него наложил, да? Ну ладно, все. Он сдался, да все уже. Он не шевелится. Все. Все, разобрался. О, все, отпустили. Иди, Джонушка, охраняй свою еду. А то ведь придут, и все у тебя. Да, мальчик мой, поглядывает. Айдарушка, а ты-то съел? К медведке не пойду, а далеко. Вот двух этих товарищей покажу вам.